Мы хотим повторить то, что изучали на прошлой теме, и затем перейдем к новому материалу. Давайте помолимся. Отец Небесный, когда мы открываем Слово Твое, мы просим о водительстве Духа Святого, просим о понимании, о желании раскрыть свои сердца, чтобы принять то, что Ты приготовил нам. Дай нам Твою мудрость. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак, давайте повторим, что мы изучали с вами на первой теме. Мы изучали великую Божью пророческую цепь. С чего начинается эта цепь? С Вавилона. Затем идет Медоперсия, Третье Царство, Греческое. Четвертое, Римская Империя. Но затем мы видим, что Римская Империя разделяется на 10 царств. Потому что на голове у этого зверя появляется 10 рогов и затем среди них появляется небольшой рог. Вначале он небольшой, но затем он растет, и он становится больше прочих. В нашем сегодняшнем исследовании мы попытаемся определить, кто же такой этот небольшой рог? Мы знаем, что лев – это Вавилон, медведь – Медоперсия, барс – это Греция, дракон – это Рим, и десять рогов – это 10 государств на территории бывшей Римской империи. Кто же такой небольшой рог? Вначале я подчеркну 7 характеристик небольшого рога, а затем мы рассмотрим каждую из них в детальности. Итак, давайте вначале все 7 характеристик перечислим. Первое. Небольшой рог появляется после того, как 10 рогов уже существуют. То есть мы знаем, когда это будет. После того, как 10 рогов уже существуют. То есть после того, как Римская империя разделена. Вторая характеристика. Мы знаем, что небольшой рог должен быть властью или страной, которая появится на территории Западной Европы или Рима. Потому что рог появляется среди десяти рогов на голове этого зверя. То есть где-то он должен быть на территории Западной Европы, более конкретно в Риме. Третья характеристика, небольшой рог искореняет три из прочих рогов. Поэтому нам нужно поискать исторические события, которые указывают на то, что этот рог искоренил три народа. Четвертая характеристика записана в книге Даниила 7.25. Там записано следующее. «И против Всевышнего будет произносить слова, или высокомерные слова в английском. Мы изучим это в деталях, и мы увидим завтра, что это богохульство, то есть он будет произносить богохульство. Итак, четвертая характеристика ⁇ это то, что небольшой рог произносит богохульство. Пятая характеристика выражена в 25 стихе. Итак, будет произносить слова и угнетать или преследовать святых Всевышнего. Это пятая черта его. Это будет власть, которая будет гнать верный Богу народ. И затем шестая характеристика. О небольшом роге сказано, «И даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». То есть, это власть будет, которая считает, что она имеет право изменять сам Божий закон. И последняя черта его этот рог небольшой будет править определенное время. В конце 25 стиха об этом говорится. И они, то есть святые, преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Итак, вот такие семь характеристик небольшого рога. А теперь давайте рассмотрим, кто же, кто же исполнил все эти семь характеристик в истории. Но хочу подчеркнуть еще раз, прежде чем мы перейдем к этому. Когда мы определим с вами, кто такой небольшой рог, мы не будем говорить об отдельных людях, которые находятся в этой системе. Это отступившая от Бога религиозная система. Так, это система отступница. Это не значит, что всякий, кто принадлежит к этой религии, является отступником. Но сама система является отступнической и она не изменится, согласно библейскому пророчеству. Но в ней есть много искренних людей, которые любят Господа. Они служат Господу, как они понимают правильно, по данному им свету. Итак, что же это за отступившая религиозная организация, представлена небольшим рогом? Я скажу вам, кто это, а затем мы поищем доказательства. Когда мы рассмотрим характеристики небольшого рога, не остается никаких сомнений, что есть только одна система в мире, которая отвечает всем чертам, которые, или всем характеристикам. И это римо-католическое папство. То есть это система. Опять же, она не указывает на людей, которые есть в этой системе. Это отступническая организация. Итак, давайте мы посмотрим на эти характеристики, чтобы увидеть, подходят ли они действительно под описание папства. Итак, первая их характеристика или первая черта, небольшой рог появляется после того, как Римская империя уже разделена. Вчера я кратко упоминал о том, как... Варварские племена напали на Римскую империю с севера, и они разделили ее. Некоторые из этих царств до сих пор существуют, вы сможете узнать их. Например, были англосаксы. Кто это такие? Так, это англичане современные. Затем алиманы. На испанском языке. Германия – это алиманес, поэтому алиманы – это немцы. Ломбарды. Ломбарда – это Италия. Есть такой известный тренер Винс Ломбарди, это итальянское имя. Затем Франки есть. Это Франция, конечно же. И затем Вестготы. Это Испания. Это только пять из десяти. То есть, другими словами, европейские народы появились в результате разделения Римской империи. В IV веке император Константин Римской империи решил перенести свой престол в Константинополь в восточной части империи, поэтому престол Кесаря остался незанятым. В 476 году был низвержен последний император Римской империи Ромул. И Константин перенес столицу империи на восток, и последний римский император, который был низвержен, теперь дал дорогу епископу римскому, то есть папе, занять престол, который остался незанятым, Ромулом. То есть престол Кесаря стал престолом Папы Римского в 476 году, когда последний римский император был низвержен на западе, в западной части империи. Понятно, да? И в результате разделения Римской империи появились разные народы, европейские народы. У каждого свой язык, своя культура. Совсем не так, как когда-то было. Это была единая империя, и она была впоследствии разделена. И вот все народы, которые существуют на ее территории, теперь это результат разделения Единой Римской империи. Итак, эта характеристика подходит как раз под описание папства. Рим, это была единая империя, она была разделена на 10 царств, затем император переехал в Константинополь, и последний император был низвержен, и папа римский таким образом занял престол, который раньше занимали кесари, небольшой рог явно появился после того, как десять рогов уже были на месте, они заняли свою территорию. Вторая характеристика или вторая черта, где появится небольшой рог? Очевидно, что появляется в Западной Европе, потому что 10 рогов представляют собой европейские народы. Но более конкретно, это римская власть, потому что небольшой рог появляется на голове четвертого зверя. А четвертый зверь это Римская империя. Хорошо, папство является ли римской властью? Первая черта. Как называется церковь? Рима-католическая церковь. Где она находится? Она находится в городе Ватикане, в Риме. На каком языке они говорят официально? Латинский язык является официальным языком. Какую систему исчисления они используют? Римские цифры. Какая архитектура в Ватикане? Это римская архитектура. Более того, папство унаследовало систему, административную систему Римской империи, и она изменила ее в церковную систему. Прочитаю цитату иезуитского ученого Малахии Мартина из его книги падение Римской империи. И он описывает здесь, как папство преобразило организацию, административную систему Римской империи. За три столетия Римская церковь преобразовала административную систему Римской империи в церковную систему. Епископов, епархий, монастырей, колоний, гарнизонов, школ, библиотек, административных центров и так далее со сложной юридической системой под прямым руководством Папы. Его латеранский дворец в Риме стал новым сенатом, а новыми сенаторами стали кардиналы. Епископы, которые жили в Риме, и священники, и дьяконы помогали Папе управлять этой новой империей. Так, и так это была новая империя. Итак, папство унаследовало империю от Древнего Рима. Да, то есть это римская власть. Более того, многие верования римские остались. Среди них, например, поклонение Дню Солнца. Воскресенье, или по-английски Sunday, это идея того, что нужно поклоняться Богу в воскресенье, пришла еще во времена Римской империи, еще во времена императора Константина. В 336 году на Алладикийском соборе воскресный закон стал религиозным законом. Вначале он был светским законом, но затем он стал и церковным, религиозным. Возможно, вы не знали, что название «Великий понтифик» или «Сумма понтифиса» по-испански это имя было заимствовано от титулов, которые носили римские императоры. Их называли «Пантифекс Максимус, верховный понтифик или верховный жрец. И этим именем называется сегодня папа римский. Он наследовал имя кесарей также, или титул кесарей. Несколько цитат прочитаем историков, в которых мы увидим, что они говорят, что папство появилось как раз на месте Рима, говоря географически. Первую цитату я пропущу, вы можете сами прочитать ее в материалах. Я прочитаю следующие две. W.F. F. Берри и затем следующий Адольф Харнак. Смотрите, что говорит W. F. Берри. Если мы посмотрим на руины Западной империи, то увидим такое зрелище повсюду. Пакс Романа или римский мир перестал существовать. Наступила повсеместная путаница, но там, где епископ руководил судом, религия защищала все, что осталось от былого порядка. Обратите внимание, Новый Рим медленно поднимался над горизонтом. Он был наследником религии, которую не спроверг, то есть язычество. Он напоминал по внешнему великолепию Кесарич. Императора уже нет, но пребывает понтифик Максимус, или верховный понтифик. Теперь он наместник Христа, предлагающий древнюю цивилизацию северным племенам. Он обращает их в свою веру, и они служат ему как отцу и верховному судье. Это папская монархия, которая своей властью и упадком омрачает историю Европы в течение тысячи лет. Больше, чем тысячи лет, на самом деле. Итак, папство — это римская власть, согласно этого историка? Конечно же. Смотрите, что написал Адольф Харнек в своей книге «Что такое христианство?» Страница 269-270. Римская церковь таким образом тайно протиснулась на место Римской Всемирной Империи продолжением которой она по сути является. Империя не погибла. Она пережила что? Трансформацию. Это политическое детище, настолько же внушительное, как и Всемирная империя, потому что является продолжением Римской империи. Папа, называющий себя царем и верховным понтификом или священником, является преемником Кесаря. Итак, небольшой рог, это римская власть? Конечно же. Конечно же, потому что она появляется на голове четвертого зверя Римской империи. После того, как появляется 10 рогов, появляется этот римский рог. Следующая третья характеристика. Мы говорили о том, что этот рог не спровергнет три другие рога или три царства. К 476 году эти царства уже существовали. К тому времени, когда был неспровергнут последний римский император, десять рогов уже были на месте. Но у папства появилась проблема. Было три царства из этих десяти, которые не были согласны с богословием Римско-католической церкви. Они верили в то, что Иисус Христос был сотворенным существом. Они не верили в то, что Иисус был вечным Богом. И эти три царства или племени были герулы, вандалы и остготы. И поэтому папство решило уничтожить эти три царства. И таким образом, что произошло? Папа поддержал Теодора, царя остготов выступить против герулов, потому что герулы как раз это было одно из трех племен или царств, которые восставали против папства. В 493 году царь Герулов был убит Остроготами, и Теодор, их предводитель, был послан папством или папой римским. В 493 году это было, и нет сегодня такого царства в Европе, которое уходит корнями в Герулов. Затем вандалы в 534 году. Папство повлияло на императора Юстиниана, который был императором на Востоке, но он имел влияние и на Западе. И папа побудил его послать свои армии, чтобы сражаться с вандалами. И в 534 году вандалы были уничтожены. Нет сегодня народа на территории Европы, который произошел от вандалов. И оставалось последнее царство, это Астготы. И в 533 году Белизарий, полководец, был послан против Астготов. И в 538 году Астготы были уничтожены. Они были изгнаны из Рима. И хотя они существовали еще какое-то время, но они исчезли из истории после 538 года. Таким образом, как и говорит история, папство оказало влияние на императора для того, чтобы воевать с этими тремя непослушными племенами. Герулы были уничтожены в 493 году, вандалы... В 534 году и Остготы в 538 году. Хочу, чтобы вы отметили слова, касающиеся папы римского. Говорит император Юстиниан. Поэтому мы предприняли все попытки, чтобы объединить всех священников востока и подчинить их вашей святости. Это император Юстиниан говорит папе потому что вы глава всех святых церквей, ибо мы приложим все силы, как уже было сказано, для поднятия чести и власти святого престола. Итак, что здесь важно? Император говорит, что вы глава всех церквей, и государственная власть приложит все усилия для того, чтобы все повиновались вам, как главе всех церквей. С каких это пор? Государство должно гарантировать единство церкви и послушание народа этой церкви. Интересно отметить характеристику номер четыре. Так вы поняли первые три характеристики. Папство — это римская власть. Да. Появилась ли она после того, как была разделена Римская империя? Да. Не спровергла ли она три царства? Конечно же. Четвертая черта Небольшой урок будет произносить богохульство против Всевышнего. Но мы должны позволить Библии истолковать, что такое богохульство. Потому что сегодня э, людям кажется, что богохульство это как, когда какой-то атеист может быть, машет кулаком к небу и может быть использует нецензурную лексику в отношении Бога. Но мы должны позволить Библии, а не словарям в 21-м столетии, объяснять, что такое богохульство. Как сама Библия объясняет богохульство? Определяет двояко. Во-первых, богохульство – это значит, что человек заявляет, что он имеет право прощать грехи. Марка, например, вторая глава, Евангелие от Марка, вторая глава и стих 7. -й. Иисус сказал человеку расслабленному ⁇ прощается тебе грехи твои ⁇ И, конечно же, иудейские лидеры считали, что он просто человек. Иисус, то есть. И они говорят, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Это мы прочитали из Евангелия от Марка, вторая глава, стих 7. И так они обвинили его в богохульстве. Позвольте задать вопрос вам. Римская католическая церковь заявляет ли о том, что она имеет власть прощать грехи? Конечно же, в этой церкви есть исповедальни. Священники принимают исповедь от верующих. И они заявляют о том, что они имеют власть прощать эти грехи. Позвольте прочитать цитату святого Альфонса Лигурийского. Это из его книги о обязанностях священников. Там, где Спаситель сойдет в церковь и сядет в исповедальне для принятия покаяния, и священник сядет в другой исповедальне, Иисус скажет каждому кающемуся, «Прощается тебе грехи», и священник также скажет каждому кающемуся, «Прощается тебе грехи», и они равно простятся каждому кающемуся. То есть понимаете, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что священник имеет ту же власть, что и Иисус Христос прощать грехи. Обратите внимание, Балтиморский Катехизис это католическая публикация: священнику не нужно просить Бога прощать ваши грехи, Он сам имеет власть прощать во имя Христа. Ваши грехи прощаются священником также как если бы вы склонялись перед Иисусом Христом и исповедовали их Ему. Итак, вы знаете тот факт, что Папа Франциск I объявил этот год годом милости или благодати. 2015-2016 год. И он заявил о том, что женщины, даже которые совершили аборты, если они раскаются в этом, и исповедуется перед священниками, то священники простят им. То есть папство заявляет о том, что оно имеет право прощать грехи. То есть это богохульство против Всевышнего. Второе значение богохульства следующее. Это когда человек заявляет то, что он занимает место Бога на земле. Обратите внимание Иоанна, 10 глава, 30 по 33 стихи. Здесь Иисус говорит радикальное заявление. Он говорит, «Я и Отец одно». 31 стих. «Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его». Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить Меня камнями». Иудеи сказали Ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство, и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом». Итак, когда обычный человек заявляет, что он Бог, или что он представитель Бога на земле, это богохульство, согласно Библии. Интересно, что папы называют себя викариус Кристии. Викар — это наместник означает. Викариус Кристи — это означает тот, кто занимает место Христа. Иисус говорил о том, что Дух Святой займет его место. Еще один титул Папы Римского Викариус Филидей. Это наместник Сына Божьего. То есть, или тот, кто занимает место Сына Божьего. Это богохульство, друзья. Позвольте прочитать некоторые цитаты из церковной истории. В орации Папе Юлию XI на Пятом Латеранском Соборе Христофор Марселос сказал следующее о Папе ибо Ты наш пастырь, Ты наш врач, Ты наш правитель, Ты наш муж, Ты еще один Бог на земле. Это Рима католик который говорит, обращаясь к папе. Есть еще одна книга «Промта-библиотека». У меня есть все восемь томов, это они очень древние. Если вы посмотрите на статью о папе, здесь записаны очень интересные факты. Это римско-католическая энциклопедия. То есть это авторизированная публикация римско-католической церкви. И вы скажите, я прочитаю, вы скажите, это богохульство или нет. Более того, верховенство власти римского понтифика касается не только небесного, земного и находящегося под землей но простирается также на ангелов, выше которых он стоит. Так что если бы так случилось, что ангелы заблуждались бы в вере или мыслили вопреки вере, они могли бы быть судимы и отлучены от церкви папой, ибо он обладает таким достоинством и силой, что обладает той же властью судить, что и Христос. Таким образом, все, что папа делает, исходит, кажется, из уст Божьих. Папа, так сказать, является Богом на земле, единым, суверенным и верным Христу, царем над царями, обладающим преизобильной властью, кому верены всемогущим Богом не только земное, но... Земное — это, кстати говоря, государственная власть, но и небесное царство. Это церковь. Папа обладает такой большой властью и авторитетом, что он может изменять, объяснять или толковать даже божественные законы. Да, и так он может изменять божий закон, так как он обладает не человеческой властью, но божественной. Что Господь сказал делать, то и наместник его говорит конечно же, если это не противоречит вере. Это богохульство, друзья. То есть наместник Бога на земле, сказано, и даже сам Бог на земле. Итак, папство исполняет четвертую характеристику. Занимает ли место Бога на земле? Даже некоторые цитаты и называют его Богом на земле. Так эта характеристика как раз совпадает. Следующая характеристика. Преследовало ли папство святых Всевышнего? Конечно, конечно, это было так. И здесь вы увидите больше материала, чем есть у вас в материалах. Изучение Фомы Аквинского. Это один из величайших богословов Римско-католической церкви. Но со стороны церкви, он пишет, проявляется милость к заблудшим, поэтому она не осуждает сразу но после первого и второго увещеваний, как учит апостол. Однако после этого, то есть после получения предупреждения, если человек все еще упорствует, церковь, не имея надежды на его обращение, ради безопасности прочих, исключает его из своих рядов, и далее она предает его светскому суду для изгнания его из мира, посредством смерти». Интересно, что еще один столб римской, римского богословия, святой Августин, говорил о том, также, что церковь должна пользоваться светской властью, чтобы уничтожать несогласных. И я могу прочитать цитаты святого Августина также. «Папство виновно, в гонении гуситов. Вы слышали историю Яна Гуса, как его сожгли на костре? Его последователи также были безжалостно гонимы. Папа Мартин V, который правил с 1417 по 1431 год, в 1429 году написал письмо королю польскому. И он сказал ему, что нужно уничтожить гуситов. И я читаю э, то, что написал он. «Знай, пишет он королю, что в интересах Святого Престола, а также в интересах твоей короны, необходимо истребить гуситов. Помни, что эти нечестивые люди осмеливаются, смотрите, что они осмеливаются, провозглашать принципы равенства. Они считают, что все христиане – братья. Это же большое преступление, так? И что Бог не дал привилегированным людям право управлять народами. Они считают, что Христос пришел на землю, чтобы упразднить рабство. Они призывают людей к свободе, то есть к уничтожению царей и священников. Поэтому пока еще есть время направить свои силы против богемии. То есть там жили гуситы. «Сожги, уничтожь, опустоши их повсюду, ибо нет ничего более угодного Богу или более полезного для царя, чем истребление гуситов». Это римско-католический папа пишет царю польскому. А как насчет гонений вальденцев? В 15 столетии папа Иннокентий XVI, Иннокентий, значит, невинный, провозгласил буллу против вальденцев. И в этой булле папа называет Вальденцев отвратительной сектой. Если они откажутся покаяться, их нужно уничтожить, как ядовитых змей. И затем была резня в Пьемонте в 1655 году, 25 января. Дюк Савойский издал эдикт против вальденцев. Он сказал, они должны или покаяться, или оставить долины. И их имущество необходимо конфисковать. А если не так, то их необходимо уничтожить. Хочу прочитать теперь цитату из ценной книги, которая у нас есть здесь, и она продается у нас. Салим Хапас написал книгу об инквизиции очень посвященный христианин, и он написал следующее. 17 апреля 15 тысяч солдат вторглись в Пьемонские долины. Тысячи вальденцев были убиты, замучены и порабощены. Сотни укрывшихся в самых неприступных горах были позже пойманы и сброшены со скалы Кателуза возле Торрепеличи. Я был на том месте, я был как раз на том уступе, и там убили десятки вальденцев, потому что они не согласны были с учением и практикой церкви. А как насчет резни в ночь святого Варфоломея? Это 1752 год. Папа Григорий XIII организовал это. Гугеноты Франции были уничтожены беспощадно. Мужчины, дети, женщины были уничтожены. Гугеноты были предпринимателями. Они были «ла крем де ла как говорят французы, «цветом нации». Получив известие о резне, Папа Григорий XIII в сопровождении кардиналов и других духовных сановников посетил собор святого Людовика, где кардинал Лоранский пел «Тебе, Господи!». То есть прославляли Бога за это. Интересно, что для увековечивания этого побоища отчеканили медаль. С одной стороны медали было изображение Папы Григория XIII, а с другой – изображение Ангела-губителя. Если вы хотите знать, как действовала Инквизиция, вам нужно прочитать эту книгу. Это невероятно того, как этот механизм работал, когда людей убивали, Пытали за то, что они не согласны были с учениями практикой церкви. В XII веке была организована Инквизиция, и во время Понтификата папы Иннокентия IV, который правил с 1241 по 1253 год, работа Инквизиции была еще более отточена. Теперь я хотел бы упомянуть Булу этого папы, которая вышла в. В 1252 году ад экстрепанда или для истребления, она так называлась. В этой буле говорится о том, что еретиков можно пытать, чтобы выбить исповедание из них. Второе, те, которые окажутся виновными, должны быть сожжены на костре. Это папа все говорит. Третье, необходимо организовать полицию для нужды инквизиции. Четвертое. Необходимо объявить крестовые походы против всех еретиков в Италии. И участников этих крестовых походов необходимо приравнять к участникам крестовых походов на Святую Землю. То есть дать им те же награды и преимущества. Ну и последнее. Наследники еретиков или их дети, у них необходимо конфисковать все имущество. Интересно читать, что написал Питер Дероза, Рима-католик. В его книге «Наместники Христа», страница 175-176, из восьми пап с 13-го столетия ни один не осудил теологию и аппарат инквизиции. Наоборот, один за другим они добавляли свои жестокие дополнения к работе этой смертоносной машины. Позвольте прочитать следующую цитату одного инквизитора 14-го столетия Бернарда Ги. Цель инквизиции ⁇ истребление Ересей. Невозможно уничтожить Ересь, если не истребить Еретика. И невозможно истребить Еретиков, если не истребить тех, кто скрывает их, сочувствует им или защищает их. То есть не только Еретиков необходимо преследовать, но и можно пытать их, чтобы выяснить, кто сочувствует им. Хуан Антонио Йоренте, испанец, который был секретарем инквизиции в Мадриде, написал некоторые интересные детали о инквизиции, потому что позже он отошел от нее. Он говорит, я был секретарем инквизиции в Мадридском суде в 1789 году, 1790 и 1791 годах. Я достаточно знал эту организацию, чтобы отвергнуть ее. Она порочная по своему происхождению, конституции и законам, несмотря на все извинения, которые были сделаны для ее оправдания. Он также написал о том, как ужасно они вели себя и как они ослабили население Испании. Остановив развитие искусства, науки, промышленности и торговли, вынуждая многие семьи оставлять страну, Организовывая изгнание евреев и мавров, принося в жертву огню более 300 тысяч людей. Это Рима католик написал, который сам участвовал в Инквизиции. Он был секретарем инквизиции в Испании. Он написал несколько томов, документируя все, что делала Римско-католическая церковь во времена Инквизиции. Хотелось бы иметь больше времени. Многие годы я мечтал посетить одно место в Перу, и в конце концов меня пригласил Адвентистский университет в Лиме, в Перу, и я хотел посетить дворец Инквизиции. И меня однажды повезли туда, в этот дворец Инквизиции, в Лиме. Интересно, что инквизиция работала в трех латиноамериканских странах ⁇ Колумбии, Мексике и, конечно же, в Перу. И когда мы вошли в, во дворец инквизиции, справа там можно было увидеть большое изображение Альто де Фе. То есть они допрашивали Еретика на площади и его собирались сжечь, если будет доказана его вина. И интересно, как этот молодой человек, который гидом нашим был, объяснял, что все, кто не согласны были с учением и практикой церкви, их привязывали к столбу и затем сжигали. И можно прочитать в материале о том, какие инструменты использовала Инквизиция для пыток в Перу. После того, как мы рассмотрели это изображение, мы повернули налево и вошли в камеру пыток. Вы можете прочитать об этом. Там описывается орудие инквизиции, применялась дыба в разных вариантах, горота. Пытка водой также использовалась. Вы, наверное, слышали об этом. И затем нас повели дальше. И, кстати говоря, там были представлены экспонаты всех этих орудий и пыток и объяснялось, как они использовались для истязания людей, чтобы они отреклись, а также чтобы выдали всех сочувствующих им. Далее нам показали высеченные в скале отверстия в виде небольшого куба людей, подозреваемых в ереси, впиховили в эти кубики, вытесенные в скале. Они были такого малого размера, что человек еле-еле туда помещался скрюченный и там его держали в темноте и в холоде долгое время. Днями и даже месяцами их семьи ничего не знали о том, где они находятся в таком полуживом состоянии. Это история римско-католической системы. Позвольте прочитать вам еще несколько цитат католических мыслителей. Кардинал Роберто Белармин был одним из врагов протестантской реформации. Он был также лидером контрреформации. Посмотрите, что он написал. Кстати говоря, он жил с 1542 по 1621 годы. Единственное эффективное средство против еретиков как можно скорее доставить их на специально приготовленное для них место. Таким образом, им предоставляется услуга. Так как чем дольше они будут жить, тем больше ересей придумают и совратят больше верующих, усугубляя свое собственное осуждение. Пи9 написал письмо энциклику 8 декабря 1864 года. Вот что он написал. Проклят, отстаивающий свободу совести и религиозного исповедания, и считающий, что церковь не должна применять силу. У государства нет права давать свободу каждому принимать ту религию, какую ему хочется. Очень интересно, что папа говорил такое против религиозной свободы. Говорит, что государство не может давать своим гражданам выбирать религию. Папа Лео XVI в своей энциклике «Libertas Humanan» вот что написал. Из того, что было сказано, вытекает, что довольно беззаконно требовать защищать или предоставлять безусловную свободу мысли, слова или религиозного исповедания, как если бы эти права, естественно, даны были человеку. Еще одна цитата. Марианас де Лука, иезуит, и он был профессором канонического закона в Григорианском зак э, университете. Это там, где учили священников. Католическая церковь имеет право и обязанность убивать еретиков, потому что ереси можно искоренить только огнем и мечом. Еретики смеются над массовыми исключениями из церкви. Когда их бросают в тюрьмы или ссылают в ссылки, они портят других. Единственное спасение – умертвить их. Гражданским преступникам нельзя покаяться, ибо высшее благо – обязанность хранить веру, но это невозможно сделать, если не умершлять еретиков. Это учитель богословия учит священников в папском университете. Далее он говорит следующее. Еретики насмехаются над исключениями из церкви и говорят, что такие меры бессильны. Если угрожать им денежным штрафом, они Бога не боятся и людей не уважают, зная, что найдут глупцов, которые будут верить им и поддерживать их. Если бросить их в заключение или сослать в ссылку, они испортят окружающих своими учениями. А те, кто находится дальше, своими книгами. Поэтому единственный выход побыстрее отправить их в их собственное место. Какое это собственное место? Звучит вопрос. Он объясняет. Цитируя дальше его цитату, «Гражданские власти должны наказывать еретиков смертельным приговором». Смертельным приговором. Следующая цитата принадлежит Альфреду Баудриларту. Это французский кардинал. То есть это не какие-то люди, знаете, такие, которые занимали невысокое положение в церкви. Это преподаватели, это кардиналы, это папы. Церковь, как она громко заявляет, боится крови. Тем не менее, сталкиваясь с ересью, она не удовлетворяется одним лишь убеждением интеллектуальные и нравственные аргументы кажутся ей недостаточными, и она прибегает к силе, к телесным наказаниям, к пыткам. Она создает трибуналы, как, например, инквизицию. Она призывает на помощь государственные законы, и, если это необходимо, поощряет крестовые походы или религиозные войны. И ее страх крови на практике приводит к тому, что она убеждает светские власти проливать кровь. Что становится еще более отвратительным и менее честным, чем проливать ее самостоятельно. То есть, другими словами, намного легче, когда светские власти будут проливать кровь, а о себе, можно сказать, мы этого не делали. Далее он говорит: так она вела себя в особенности с протестантами в 16 столетии, не удовлетворяясь нравственными реформами, проповедью своим примером, обрещением людей с помощью красноречивых и благочестивых миссионеров, она зажгла в Италии, в нижних странах и более всего Испании похоронные огни инквизиции. Во Франции при Франциске I и Генри II, в Англии при Марии I она мучила еретиков, в то время как во Франции и Германии во второй половине XVI и первой половине XVII века, если она не начинала, то точно поощряла и активно способствовала проведению религиозных войн. Обратите внимание, что писал Алексис Лепицер, опять же, кардинал католической церкви. Он писал, «Тот, кто публично исповедует ересь и пытается совратить других словом или примером, говоря, категорично может быть не только отлучен от церкви, но и справедливо предан смерти, чтобы не разрушать других своим заразным примером» потому что плохой человек хуже дикого зверя, и он причиняет больше вреда, как говорил Аристотель. Отсюда, если непредосудительно убить дикого зверя, причиняющего большой урон, то непредосудительно и лишить вредоносной жизни еретика, который отступает от божественной истины и умышляет лишить спасения ближних. Вы понимаете их мысли? Это не просто одна или две цитаты каких-то непонятных людей. Это папы, это кардиналы. И история показывает, что папство преследовало немилосердно еретиков. Католическая энциклопедия говорит и признает то, что это был мрачный период в истории Римско-католической церкви. Судя по современным стандартам, инквизиция, особенно испанская, во времена Средневековья, может классифицироваться только как одно из темных пятен в истории церкви. Также звучали и извинения со стороны пап в базилике Святого Петра. 12 марта 2000 года Папа Иоанн Павел II в тщательно подготовленной мессе, склоняясь на распятие, жалобным голосом, казалось, извинялся за грехи церкви, совершенные против протестантов, евреев, нехристиан, эмигрантов, этнических меньшинств, женщин, детей и нерожденных. Он упоминает все эти группы людей. И он извиняется за то, как римско-католическая церковь относилась к ним. И теперь я читаю одну мысль из его письма. Мы прощаем и просим прощения. Мы не можем не признать отступление от Евангелия, совершенное некоторыми нашими братьями, особенно во втором тысячелетии. Мы просим прощения за разделение среди христиан, за использование насилия, к которому прибегали некоторые в служении истины. Видите, он не говорит, что это было в служении неправды, он говорит служении истины, а также за диссидентство и враждебность к представителям других религий. Но в этом длинном письме он не признает, что это церковь преследовала. Он говорит, некоторые из наших братьев так вели себя. И редактор New York Times написал следующее по этому письму. Документ должен был жирным шрифтом отметить то, что дети церкви ⁇ это папы, кардиналы и священнослужители, а не просто рядовые члены церкви. Папа хорошо придумал, что некоторые в Ватикане высказываются двусмысленно, пользуясь аппаратом для производства тумана. Также Папа Франциск I предлагал извинения. Он поехал в Торре Пеличи, в то место, где жили вальденцы. И 22 июня 2015 года, в прошлом году, он выступал в этой старейшей протестантской церкви вальденцев. И теперь я читаю, что он сказал. «От имени католической церкви я прошу у вас прощения прошу за нехристианское и даже бесчеловечное отношение и поведение к вам». То есть он извиняется перед вальденцами. «Во имя Господа Иисуса Христа простите нас». Некоторые люди говорят сегодня, смотрите, они папство кается. Мы с вами изучим чуть-чуть позже в серии наших проповедей, что в будущем папство будет вести себя точно так же, как в прошлом. Библейское пророчество говорит нам, что это произойдет. Поэтому тот новый фасад, который сегодня мы видим, папство, о том, что они просят прощения, они сожалеют о том, что они сделали, это все служит только для того, чтобы заручиться доверием людей и вернуть себе власть. Итак. Мы теперь изучим шестую характеристику, а седьмую оставим на следующий раз, потому что в следующей лекции мы с вами рассмотрим временной аспект пророчества. Время, времен и полвремени. Итак, шестой пункт. Шестая характеристика. Папство заявляет ли о том, что изменило святой Божий закон? Да. Да. Один метод непрямой, второй прямой. Если прочитать католические Библии, то вторая заповедь... Там записано, как и в протестантских Библиях, то есть там сказано: не делай себе кумира, изображение, не поклоняйся и не служи им и так далее. Но если вы откроете катехизис, то этой заповеди нет. В катехизисе ее нет. Но вы спросите: а почему в Библиях католических есть, а в катехизме нет? Очень просто. Если бы в катехизисе так было написано, как в Библии, а с помощью катехизиса учат детей, если бы они увидели, то они бы задали вопрос. Почему так? Почему в катехизисе написано «не поклоняться изображениям»? Почему настолько много изображений в церкви? Почему мы им поклоняемся? Поэтому Римская католическая церковь исключает из катехизиса вторую заповедь, хотя в Библии их она есть. Но большинство католиков не читают Библии, поэтому они удивляются, когда они читает настоящую вторую заповедь, чтобы не поклоняться изображениям и не делать даже их. Но самое большое, самое большое изменение, которое совершила в законе католическая церковь, они открыто признают это, что они изменили день поклонения с субботы на воскресенье. Римская католическая церковь заявляет об этом, и мы позже с вами более детально изучим это. Римская католическая церковь без всяких извинений, открыто говорит и папа, кардиналы, богословы и их преподаватели богословия, ясно говорят о том, что это мы изменили день поклонения с субботы на воскресенье. Позвольте прочитать вам цитату Фомы Аквинского. Святой Фома Аквинский – это величайший богослов в истории католической церкви. Святой Августин, наверное, где-то на его уровне, но Фома Аквинский еще выше. То есть он выше всех богословов католической церкви. Вот что он говорит о Дне Поклонения. «В новом законе соблюдение воскресения заменяет собой соблюдение субботы. И не силой божественной заповеди, то есть вы в Библии этого не найдете, но решением церкви, и традицией христиан. Итак, он говорит, воскресенье – это день поклонения, не потому что Библия так говорит, но потому что церковь и народ решили, что воскресенье будет новым днем поклонения. Но, видите, моя Библия говорит, что суббота была создана Богом. В самом начале, при творении, до грехопадения, это часть первоначального Божьего плана. Это, в, это четвертая заповедь Божьего закона. Помни день субботний, чтобы хранить его или светить его. Иисус Христос соблюдал субботу, так по традиции своей. Апостолы также, как написано в книге Деяния, соблюдали субботу, день покоя. Нет нигде в Библии того, что день поклонения менялся или что нужно поклоняться в воскресенье, потому что Иисус воскрес в воскресенье, или что воскресный день свят, потому что Христос воскрес в этот день. Но римская католическая церковь снова и снова, и позже я дам вам эти цитаты, они говорят, мы властью Иисуса Христа, данной римской католической церкви, мы изменили день поклонения с субботы на воскресенье. Библия говорит о том, что Небольшой рог возмечтает изменить праздничные времена и закон. Итак, позвольте задать вопрос вам. Подходят ли все эти характерные черты Римской католической церкви? Конечно же. Первое, помните, что первое было. Первое небольшой рог появляется после того, как есть уже 10 рогов, 10 царств. Он появится в Западной Европе, в Риме конкретно. Он искоренит три рога или три страны. Будет ли он богохульствовать, заявлять, что они могут прощать грехи и что Папа является наместником Христа на земле? Конечно же. Гнали ли они христиан, еретиков? Конечно же. Заявляли ли они, что они изменили субботу на воскресенье? Конечно же. Есть одна еще характерная черта, которую мы рассмотрим с вами в следующий раз. Это период владычества, папского владычества когда все, что мы с вами перечислили, происходило. Библия говорит, что папство должно было править в течение времени, времен и полувремени. Вы спросите, а что это значит? Время, времен и полвремени. В книге Откровения этот период описан как 42 месяца. А в 12 главе книги Откровения также этот период описан как 1260 дней. Это три выражения, которые значат то же самое. 42 месяца, 1260 дней и время времен и полвремени. И на следующем занятии мы с вами рассмотрим то, что именно этот период времени, 1260 лет, папство правила, От вступление в силу до получения смертельной раны. И эта характерная черта также соответствует римско-католической системе. Итак, вы видите пророческую цепь. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, разделенный Рим. И затем на месте разделенного Рима появляется небольшой рог, и он правит 1260 лет.